В соответствии с программой полета на Международную космическую станцию в ночь с 28 на 29 марта 2013 года запланирован старт транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-08» с экспедицией 35-36 на Международную космическую станцию. Expedition 35-36 is ready to launch at night between 28 and 29 of March. По результатам заседания Государственной комиссии, которое состоялось полчаса назад, будут утверждены экипажи в следующем составе. Result of the State Commission that just half an hour ago has approved the crews in the as follows. Основной экипаж, командир корабля, вот инженер МКС-35, командир МКС-36, Павел Виноградов. Роскосмос Россия. Бортинженер корабля, бортинженер МКС Александр Лисовкин, Роскосмос, Россия. Бортинженер 2 корабля, бортинженер МКС Кристофер Кэссиди, НАСА, США. Дублирующий экипаж, командир корабля, бортинженер МКС Котов Олег, Роскосмос, Россия. Бортинженер корабля, бортинженер станции Сергей Рязанский, Роскосмос, Россия. Бортинженер 2 корабля, бортинженер МКС Майкл Хопкинс, НАСА, США. Экипажи при поднятом настроении готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. The crews are in high spirits and are ready to answer your questions. You're welcome to ask your questions. Наталья Бутсова, студия Роскосмос. Во-первых, хотелось поздравить, конечно, экипаж с утверждением сегодняшним днем. Пожелать всего самого наилучшего. И у меня есть два вопроса. Один технический, второй эмоциональный для всех. Технический вопрос заключается в том, что мы про короткую схему стыковки говорили, но хотелось бы узнать, почему подобная короткая схема стыковки была, почему она была невозможна раньше, и почему она стала возможна сейчас, и может ли быть продолжение дальше, полет, допустим, за один виток до станции, чтобы быть еще более коротким. И второй эмоциональный вопрос. Пока второй вопрос. А то не перейдем на эмоциональный сразу. Но по поводу быстрой схемы, так называемой, все это началось года 2-3 назад. Мы у нас энергии обсуждали параметры нашего будущего корабля. Вот конкретно я, Раф Мурдазин, Николай Константинович Петров. И как-то само собой возникла идея по поводу полетов быстро. Вначале она как-то была воспринята всеми. Ну не то, что в штыке, но так с недоверием. Потом наши баллистики все-таки посчитали возможности носителя, который сегодня есть, наши возможности по кораблю «Союз». Корабль сейчас имеет цифровую систему управления. Бортовая вычислительная машина практически умеет делать все. Но вот с этого, собственно, все и началось, эта идея. Чуть больше полгода назад мы, когда уже много-много просчитали, были уверены в том, что все технически может сложиться, мы разговаривали с Владимиром Александровичем Поповкиным, вот эту идею ему донесли, и к нашему удивлению он это очень-очень хорошо воспринял, раздал кучу поручений, и все начали работать. Вот за полгода мы сделали очень много, выполнили 3 пуска прогресса по этой быстрой схеме. Научился работать центр управления в Королеве, научились работать центр управления в Юстоне везде, то есть мы наладили взаимодействие. Поэтому я думаю, мы это проверим все, и скорее всего дальше мы пойдем точно так же по этому пути, будем летать быстро. То, что касается еще быстрее, да, мы сейчас пойдем по схеме 4 витка.
Сегодня рассчитана схема уже на два витка. Может быть, тут Олег Валерьевич. Сегодня возможности наших кораблей и ракет-носителей таковы, что мы можем это выполнять. Спасибо. То есть до этого у нас шли корабли, то есть грузовые, а вы первые будете как бы на четырехлетковой схеме, а потом за вами все пойдет уже, да? Вы пионеры. Ну, я, может быть, должен разочаровать. Дело в том, что очень давным-давно в Советском Союзе, в Америке выполнялись такие быстрые схемы. Они, конечно, не всегда приводили к положительным результатам. Наши первые союзы летали по таким быстрым схемам. Летали американцы на Gemini. Было несколько полетов, когда экипажи выходили на стыковку там, за один виток, за два витка. Тогда это было тяжело, достаточно напряженно для экипажа. Сегодня у нас совершенно другие возможности. Наша система управления позволяет реализовывать практически любые динамические операции на орбите. Поэтому мы, собственно, уверены в успехе. Спасибо большое. Ну, я хотела задать эмоциональный вопрос. Вот раньше семьи не приезжали провожать космонавтов на космодром. С недавних пор, слава богу, приезжают родственники. Мне хотелось бы услышать от каждого члена экипажа, как вы относитесь к тому, что провожают, приезжают на космодром провожать супруги, дети, родственники. Это хорошо для вас, как для людей, которые готовы вот к такому серьезному пути, когда напряжение, когда вроде и нервы, или же это, наоборот, дает такое расслабление, и хорошо, когда провожают, машут руками. Я знаю, что вот у Александра супруга осталась в Москве. Почему и, собственно, как вы думаете, нужно ли, чтобы супруги провожали с космодрома? Ну, мне хотелось бы услышать мнение, собственно, Кристофера Лорда. Всех трех! Спасибо. Ну вот дублеры говорят, чтобы командир основного экипажа за всех отвечал. Нет, я пока отвечу за себя. Я рад этой традиции, не знаю, как назвать. Вот сидит моя дочка, супруга. Я очень рад их здесь видеть. Я думаю, что это хорошая традиция. Но вот у Саши просто супруга не прилетела. Не потому, что он, наверное, не хотел там маленькие дети, поэтому ну, это сложно. Ночной пуск. Ну, Саша сейчас сам скажет. I completely agree with Pavel. It's really a privilege for me to have my wife, three kids, mother, father, and brother here, and I wouldn't trade that for anything. Я полностью согласен с Павлом Владимировичем, потому что я безумно счастлив такой возможности, что мои родители, папа, мама, брат, жена с детьми здесь со мной в такой момент. Я очень счастлив этому, такой возможности. Что могу сказать, Наташа, на твой вопрос? Конечно, я согласен с командиром и Крисом, и надеюсь, что это мой первый, но не последний полет, и в следующий раз моя семья тоже будет здесь. Но пока моему сыну Александру 2 с небольшим года, и он там за старшего, ему немножко тяжело будет перемещаться, работать по нашему режиму, когда и отдыха, поэтому он будет контролировать ситуацию из ЦУПа. Спасибо большое. Следующий вопрос. Первый канал, Петр Дерябин. Ты же два вопроса, но не знаю, позволят ли коллеги. Первый вопрос Павлу Виноградову. Пресса писала, что вас чуть ли сейчас не хотят внести в книгу рекордов Гиннесса, что все-таки возраст и опыт и снова на полгода. Вот скажите, каким образом это получается? Не знаю, не... Чувствуете ли конкуренции или же наоборот? Ну, наверное, возраст — это не лучшие мои достижения. Я бы с удовольствием хотел, чтобы мне сейчас было лет 40 хотя бы, лучше 30. Не знаю, кому я обязан, но, наверное, маме с папой, что вот 60 лет еще и здоровье, возможность летать. Я безумно люблю свою профессию, никогда бы, я просто даже не представляю, чем я еще могу заниматься, кроме этого. Поэтому сколько будет сил, возможностей, сколько позволит здоровье, я, наверное, буду оставаться в этой профессии. А
Относительно того, что тяжело это не тяжело, ну, наверное, конечно, тяжело. Тяжелее быть на уровне там тех, кому 30-40. Но пока соответствую, буду работать. Спасибо. Ну, я хочу дополнить, что свое 60-летие Павел Владимирович отметит на Баку Международной космической станции. И на сегодняшний момент это будет, да, действительно самый, как там, заслуженный космонавт, действующий. Нам будет принадлежать. И второй вопрос. Второй вопрос к Кристоферу. Вы опытный военный. Скажите, качество военного как-то как по-вашему пригодятся вам? Вы будете в выгодном положении по сравнению, может, с остальными? Ну, вообще, как вот этот свой потенциал именно такого закаленного человека будет в космосе использован? Все остальные тоже войны. That's a good question. I think the number one quality for a good crewmate is to be a team player, and that's in the military or in space. Очень хороший вопрос, спасибо. На самом деле, я считаю, что самое лучшее качество для космонавта – это быть членом команды. И это хорошо как на Земле, так и в космосе. And that's exactly how I feel with my two crewmates, is that we're one team ready to go and do the mission. И на самом деле, то, как мы себя сейчас ощущаем, именно так, мы члены одной команды, мы одна команда. Марина Новочки, космонавт. Ребят, поздравляю вас. Очень рад. Очень рад за дублирующий экипаж, который сделал еще один шаг к своему полету. Сергей, Олег, вы молодцы просто. А вопрос у меня такой. Вот мы достаточно много уже знаем, наверное, про вашу научную программу, которая вам предстоит. Про американскую немножко меньше, но все-таки у вас там будет свободное время. Вот вы, Павел, ты и Саша, ну и вы опытные космонавты и неопытные космонавты. Чему бы вы посвятили вот свое свободное время там на станции? Ну, мои интересы, они как бы не изменились с предыдущих полетов. Конечно, меня больше всего интересуют вот такие неосветные процессы, то, что происходит у нас над Землей. Я постараюсь много наблюдать за этим. Это вообще грозовые разряды, которые происходят в верхней атмосфере, в ионосфере. Это очень интересное явление, практически непознанное, неизведанное. Но я постараюсь все-таки вот заняться именно вот этим. Вот этой задачей для себя лично. И, конечно же, наблюдение Земли, это, не знаю, на Землю можно смотреть даже не часами, сутками, она каждую секунду, каждую минуту разная. Наверное, вот все-таки в этом направлении мое личное время. Yeah, I agree. Our channel, Canal Adin, is the window. Да, канал один нашего телевизора, это говорит иллюминатор, конечно, однозначно. Игорь, половина моего ответа содержится в твоем вопросе. Ты сам сказал, что я еще неопытный космонавт, поэтому, соответственно, я уверен, что, по крайней мере, первую часть полета свое личное время будет проводить в подготовке к следующему рабочему дню. Это все просто. Rob Navius from NASA Television. I have a couple of questions for Chris Cassidy. Chris, first of all, take us inside the Soyuz for a moment with you and your crewmates and discuss the complexity of this expedited six-hour sprint to the space station from not only a crew workload standpoint, but also a crew comfort standpoint. And I have a follow-up. Вопрос от телевидения НАСА, вопрос Кристофера Кессиди. Вопрос по короткой схеме, чтобы Крис объяснил не только с технической точки зрения такой первый эксперимент, но и с точки зрения комфорта экипажа. Thanks, Rob. From a crew technical point of view, we feel pretty comfortable with this. All of the procedures are very similar to what we do in a two-day process. So, and we've trained it a number of times. So that part we're very comfortable with. С
технической точки зрения ничего нового по сравнению с двухсуточной схемой сближения. Мы делаем те же самые шаги, что и на двух сутках. И с технической точки зрения мы вполне комфортны. But what's very challenging to practice on the ground is the coordination of getting from the SA up to the VO at the appropriate time to stretch our legs and to do any personal hygiene that we need to do. And for those of you that haven't had the opportunity to see the Soyuz, it requires a coordination between the three of us to close and open the hatch and get up to the VO. Мы много на земле тренировались, и с технической точки зрения мы готовы. А вот с точки зрения физического комфорта на земле такое не потренируешь. Например, как экипажу перебраться из спускаемого аппарата в бытовой отсек, это никак не потренируешь. И у нас там достаточно узкое место, настрой, и это все должны как-то вместе скоординировать все движения, и люк открыть, закрыть, перебраться в бро. Выполнить гигиенические процедуры, это, конечно, еще нам предстоит прочувствовать. And we have a few opportunities where we know we can take advantage of that and have some time to get up there and do just those things. У нас будет возможность как раз это испытать или сделать все эти вещи. And for Chris, you're 5.5 months on orbit. We'll see the arrival of virtually every visiting vehicle that services the space station, plus for you and your crewmates, a series of spacewalks on both the U.S. and Russian segments. Discuss, if you will, the complexity and pace of this type of work over almost a half year on what will constitute one of the most complicated expeditions ever. Well, you're right. There's quite a few spacewalks and visiting vehicles that will occupy the schedule. But the nice thing about that is our time for horizon, instead of being 5.5 months long, becomes 1 week or 2 weeks until we look for the next major event. No, вопрос был по поводу того, что в течение полета 3.5 месяца, который у них будет, они будут выполнять выходы в космос как с российского сегмента, так и с американского. Ну, Крис говорит, что да, это будет много работы, но у них есть несколько недель на то, чтобы привыкнуть к этому. То есть это не будет так быстро встреча новых кораблей, выходы в космос. So I think with all these visiting vehicles, in English we say we're two guys in a truck. We'll just be moving cargo back and forth and being unloading and reloading cargo, and that's fine. That means fresh fruit and vegetables will come on board. We're very excited about that. Что касается кораблей, которые будут пристыковываться к нам, они будут грузовые. По-английски у нас есть такое выражение. Мы, ребята, в грузовике, два парня в грузовике. То есть мы будем ожидать грузовые корабли, которые пристыкуются, мы будем разгружать. Мы, конечно, ждем свежие фрукты, подарки, и это, конечно, ждем всегда с нетерпением такие корабли. Спасибо. Andrew Farmer from Russia Today, if I could ask this question in English, please. Could you explain the key experiments that you will be doing, perhaps the most interesting ones for the layman down on Earth, that will take place over the next 5.5 months? And also what you plan to do in your downtime, because there's been a bit of a musical precedent set in recent weeks up there. So I'd be interested to know what you plan to do. Are you going to repeat that in Russian or? Вопрос от Russia Today. Вопрос по тому, что экипаж собирается делать в свободное время. Who did you ask this question? The whole crew? Yeah, the whole crew, but it's easier for Chris to explain. That's great. И у вас будет много экспериментов на борту. Какой будет самый интересный, вы считаете, самый из всех интересных? Самый важный? For me, the most important, some of the most important experiments that we'll be doing will be on the human body and how can we make people safe and more healthy on the ground, for instance, with bone health. Those are several experiments that I will personally be participating in, and I think it's very important.
Для меня самый важный эксперимент – это будет эксперимент по изучению человеческого организма. Эксперимент, в котором я лично принимаю участие, это эксперимент, изучающий кости, скелет человека. И я жду с нетерпением выполнения участия в этом эксперименте. And as far as the second part of your question, unfortunately, all the musical talent left Earth in December, and I only sing in the shower, and we don't have a shower on the space station, so there'll be no singing, I don't think, while we're here. А что касается второй части вашего вопроса по поводу музыкальности нашего экипажа, музыкальный экипаж прилетел на станцию в декабре, а мы не настолько музыкальные, я пою только в душе. А поскольку на станции души нет, то петь я там не собираюсь. Ну, все равно капелезы придется для командира. А там как пойдет. Следующий вопрос, пожалуйста. Валерий, я Виктор Крас. Вы уже в течение какого-то времени живете по другому распорядку дня. Скажите, пожалуйста, отразилось ли это как-то на вас в благоприятную или отрицательную сторону? Спасибо. Улыбки на лицах экипажа и оперативной группы. Ну, на нас, наверное, это отразилось первые там 2-3 дня, когда мы, как говорится, переворачивались. Больше всего это, конечно, отразилось на оперативной группе, потому что им-то приходится работать не только когда мы спим, но и когда мы не спим. Поэтому у нас сложилось такое впечатление, что они вообще сутками не спят. На самом деле это тоже один из элементов проверки новой схемы, новой системы подготовки к таким полетам. Я не знаю, наверное, попозже там наша медицина, наши специалисты рассмотрят все аспекты этого дела и примут решение. Но понятное дело, что, конечно, переворачиваться, вот как мы, на другой режим достаточно сложно. И не то, что мы плохо спим, но нам каждый день наш врач полетный следит, когда мы ложимся, когда мы встаем, но я думаю, что это все-таки напряженно не только для оперативной группы, для всех людей, но, наверное, и для экипажей тоже. Может быть, мы найдем какую-то другую схему вот, подхода к таким переворотам. Паладин, что на самом деле щадяще рассказал вам, но чтобы вы понимали, распорядок дня в 9 утра отбой, в 17 часов подъем, ну, то есть распорядок звучит как немножко как сумасшествие. Завтрак 18:00, это вот он щадяще вам рассказал. Следующий, пожалуйста. Hello, Grisio Segovia from Russia Today Spanish. Well, I have two questions. The first one, I know we've been talking a little bit about the six-hour ride and how ready you are, but I would like to focus on the challenges that these 6 hours mean to you, and if you can just point out a few of the challenges, the main challenges that a six-hour ride mean, instead of how cool it's going to be that you're going to get there faster. And how does it feel to know that you guys are going to be making history, being the first man tripulation expedition going up there in 6 hours? Вопрос от Russia Today, Испания. Я знаю, что уже много вопросов и обсуждений было по поводу вашего 4-виткового сближения со станцией. Но я бы хотел немножко конкретизировать, спросить, какие достижения, какие сложности от этого полета вы ждете, кроме того, что вы на станции окажетесь быстрее, какие трудности будут при этом и какие преимущества, кроме быстрой схемы. И поздравления с тем, что вы являетесь, как бы войдете в историю как первый экипаж, прилетевший в такой короткой схеме. Мы первый экипаж, который полетит по схеме на МКС. Я могу только повториться. В 67-м, 69-м, 70-м годах летали корабли американские. Программа Gemini шла и
советские корабли и Союз летали по этим схемам. Let me just repeat what I just said a few minutes ago, that we will be the first guys flying to station in a short period of time, like four orbits only, to the ISS. As I already said, it was done before in 1969, 1970, American Gemini spaceship and Russian Soyuzes already did short rendezvous. Ну, в чем преимущество такой схемы? Ну, одно из преимуществ. Ну, во-первых, экипаж не успевает попасть в ситуацию, когда вот невесомость начинает уже проявляться. Она все равно будет проявляться, но часов через 5-6-7 после нашего выведения, поэтому экипаж первые 4-5 часов работает, ну, достаточно, чувствует себя достаточно неплохо и работает достаточно уверенно. One of the advantages of such a flight will be the weightlessness, reducing the weightlessness activity for the crew influence for the crew, because the during the first four to five hours when you first find yourself in weightlessness, you feel pretty normal, pretty good, and you can work very well actually. Но с точки зрения других плюсов, например, доставка, быстрая доставка на станцию биопрепаратов, каких-то биологических реакторов, которые требуют быстрого начала эксперимента. Вот это неоспоримая вещь, и очень многим ученым, которые занимаются биологическими проблемами в космосе, для них это очень важно. Another big advantage of such a flight is that we can bring biological experiments to the station very soon, very quick. And this is what our scientists like most of all in our flight. Ну, за такое короткое время можно экипажу, например, на станцию привезти мороженое, оно не успеет растаять. We can also bring some ice cream for the crew. It's enough time to save ice cream in its freezed shape. Thank you. My second question is more of a general question for our audience. If you had to explain to a general audience what Baikonur means in the exploration of the space, what this cosmodrome means, how would you explain it? Just please forget about the big words and explain it to a person that, you know, a general audience. И общий вопрос такой, кто-нибудь объясните, пожалуйста, мне, что Байконур значит в исследовании космоса, вот что Байконур, космодром Байконур, значимость космодрома Байконура в исследований космоса. Я понимаю, не надо больших слов, громких слов там мне объяснять, я все понимаю. Ну так вот, по-человечески чисто, душевно. Да, собственно, Байконур — это все в пилотируемой космонавтике. Отсюда стартовали первые космонавты, Гагарин, Титов. И этим все сказано. Здесь наше отношение к этому у всех неизменно. Можно сказать, что это практически святое место. Это место, откуда человечество пошло в космос, поэтому ничего другого actually, не добавишь. I don't have anything to add, but just say Baikonur is the place from where the first cosmonauts like Gagarin and Titov flew to space ever in the world. And there is nothing to add. It's I would call it a saint place in the space exploration. Вот у нас дублирующий экипаж, вот Сергей Рязанский, его дед был одним из генеральных конструкторов, которые начинали здесь, на Байконуре. И вот сейчас Сергей здесь, я не знаю, он может сказать несколько слов, но
Его отношение к этому совершенно очевидно. Our flight engineer from the backup crew is the grandson of the first chief designers that started the Soviet space exploration. His grandfather was a chief designer, was a great man, so maybe he would like to say something, to say a few words, his feelings and emotions. Байконур, конечно, это часть великой истории, и на самом деле это большая честь для всех нас продолжать эту великую историю космонавтов, которая также является частью и моей семьи, и вообще является очень важной частью истории нашей страны. Байконур is a part of the history of the space exploration. It's part of the history of my family, my own family. It's part of the history of my country, actually. That's it. Ну, раз уж микрофон в руки взяли дублеры, то, пожалуйста, вопрос для них. Не хотелось бы никогда обходить вниманием дублирующий экипаж, потому что это будущее. И хотелось бы узнать у Сергея и у Майкла, собственно, у людей, которые впервые находятся на Байконуре в такой роли. Олег, конечно, уже и летал, и дублировал многократно. Какие ваши ощущения и впечатления от встречи с космодромом? Вот я знаю, что Майкл, он воспринимал все настолько восхитительно, великолепно. Расскажи, Майкл, как твои ощущения, что тебя поразило, что тебя впечатлило. И, Сергей, поделись тоже, пожалуйста, своими эмоциями о встрече с космодромом. Спасибо. Okay, I'd like to, I guess, start. We've been here for almost 2 weeks now, and every day there's been something new, something exciting for me to see. Уже практически подходит к концу две недели моего пребывания здесь, и каждый день для меня было что-то новое, что-то волнительное, что-то новое, что я узнала здесь. Every day there's also been new traditions that I've got to experience that help tie the astronauts, cosmonauts of today with those that have gone before us and those that will follow us. Также я узнала, познакомиться со многими традициями, и я посмотрела, как работает основной экипаж. Я теперь имею представление, каково это и что значит готовиться к полету здесь. And on a personal note, probably the most impressive thing that I've got to watch is the Soyuz rollout and watching it go up on the launch pad. Absolutely amazing event. Еще то, что мне произвело самое большое на меня впечатление, это вывоз ракеты-носителя и как ракету поднимали на стартовый стол. Это было очень впечатляющее зрелище. Конечно, для нас пребывание здесь это продолжение нашей подготовки. И интересная, хорошая, захватывающая учеба, которая нам, конечно, пригодится в сентябре. Спасибо. Ну, как-то вот Майкл более развернуто рассказал про пребывание на Байконуре, про традиции. Вот мы знаем, что была одна незапланированная или наоборот запланированная остановка, когда вы выезжали в город и в музей. Сергей, может, ты расскажешь немножко об этом? Ну, то, что мы, помимо тех мест, которые посещают экипажи обычно, мы заехали и посетили памятник моему деду. Это, на самом деле, была моя просьба. Это очень важно для моего отца. Наиболее важно. Да, мне тоже было приятно, я был неоднократно у этого памятника. Очень здорово, что экипаж тоже посетил это место вместе со мной. Спасибо. Замечательно. Hello, if I could ask one question generally about space exploration. Roscosmos recently announced its plan for the next two decades, and in it it's said that it would like to put men back on the moon. As astronauts and cosmonauts, does that excite you, and is it reassuring? Вопрос о планах Роскосмоса на ближайшие два десятилетия. Вот в русский планируется летать на Луну. Какое ваше отношение, насколько это возможно, вообще полеты на более дальние, исследовать космос дальше глубже? Ну, во-первых, безусловно, это возможно. Скорее всего, человечество, конечно, останется вот на орбите вокруг Земли,
Понятно, что полетим к Луне, к Марсу и так далее. Мне как бы сложно сейчас комментировать планы Роскосмоса. Их, наверное, все знают. И ничего здесь как бы нового я сказать не могу. Да, действительно, у нас есть совместные работы и Роскосмоса, и НАСА, и Роскосмоса, и европейских агентств. Там достаточно амбициозные планы. Мы собираемся в России, например, делать новый корабль. Несколько кораблей, вот сейчас уже один начал летать в Америке, готовится еще. То есть планов огромное количество. Я абсолютно уверен, что эти планы когда-нибудь сбудутся. Мы только за то, чтобы летать больше и дальше. Я хочу обратить внимание, что космонавт... Да, извините, пожалуйста. Actually, Roscosmos plans are not a big secret at all. I guess everybody knows it, but as, in general, as answering your question is, of course, I hope and I'm sure that the humanity will not stay flying around the Earth, circling the Earth orbit only. I'm sure that we will fly further to the Moon or Mars and everything, and we are getting some new ships prepared, designed here in Russia and in the US, and we have a lot of cooperation with our partners in the USA and European partners. We have many coordination with our partners and a lot of plans together to move forward beyond Earth's atmosphere. Я просто хочу отметить, что космонавты выполняют работу, ту, которую они должны выполнять. А какие будут задачи перед ними поставлены, те задачи они будут реализовывать. И один из примеров, сейчас идет подготовка к годовому полету. Вот если бы стояла перед ними задача выполнить годовой полет, они бы сделали. Планами бы занимаются предстоящие организации. А космонавты будут делать хорошо свою работу. I just would like to say all of you that the cosmonauts are not interfered into planning the space exploration programs. They're just fulfilling the tasks that they're given. And for example, right now the one-year flight is ongoing. And if I'm sure that if the crew, this present crew, was given the task to fly for 1 year, they will be ready to do so. So let me repeat again that cosmonauts are just doing and fulfilling the tasks provided by the people who are actually doing the program, making the program. Спасибо большое. Это был заключительный вопрос. Давайте поблагодарим экипаж. Thank you very much. It was final question. Let's thank our crew. Пожалуйста. Традиционная фото на память, пожалуйста. Два экипажа вместе. Оставим основной экипаж. Нет, там не так же, да. Павел Владимирович. Все, удачи. Всем спасибо за хорошую работу. Огромная просьба. Собираемся с возможной скоростью, потому что у нас дальше будет продолжаться мероприятие.
И вторая просьба. Не берите, пожалуйста, интервью в холле гостиницы.